курица. Так, где новинки наши? А, вот. Так. И вот. Здравствуйте. Да, заходите, заходите. Нет, не смотрите, это я немножко раскладывала тут кое-что в витрину. Это вы звонили, да? А, вы звонили. Все, я поняла. Вначале вы хотели, чтобы вам отложить. Да-да-да, я помню. Ну да, понимаете, такая накладка произошла, да. Ну, случается. Но, к сожалению, их забрали. Да, вы поздно позвонили. Они были единственные сережки. Ручная работа, под заказ выполнены, сами понимаете. Но вы знаете, что у нас столько всего в магазине нового, интересного. Как вы описали мне по телефону ситуацию, я думаю, мы найдем с вами даже не одну пару сережек. И кольцо нужно тоже. И кольцо найдем. Я говорю, что не только одну пару сережек мы с вами найдем. Я думаю, две как минимум. Да, нам пришли. А вы знаете этот бренд? Знаете этот бренд? Да, Изола Белла, сицилийский бренд, украшения ручной работы, серьги, кольца, браслеты, подвески. Вам нравится Италия? Ясно. Кому она не нравится, в особенности Сицилия, да? Ну, вы знаете, да, Сицилия хороша, конечно, со всех сторон, кроме некоторых нюансов. Ну, есть нюансы, конечно, за которые, из-за которых, например, я там постоянно бы никогда не жила. Но я бы жила постоянно, если бы этих нюансов не было, потому что то море, та природа, тот климат, архитектура, столько всего, скажем, на Сицилии собрана история всего. И Рима, и севера Италии, и юга Италии, в общем, всего. Да, потому что этот остров завоевывался арабами, византийцами, римлянами, марокканцами, кем только он не завоевывался, греками, и поэтому, естественно, переплетение культур наложило отпечаток на все сферы. И вот этот бренд, это бренд Изола Белла, бренд ручной изделия украшения, ювелирное украшение Джоэлли. Видите? Джоэлли, это значит по-итальянски ювелирные украшения. Это не... как же это? Да, это не... Это ювелирное украшение, вот, и, значит, сделано в Сицилии. Изола Белла – это такой островок, чуть ниже еще одного известного места на Сицилии – Таурмины, известный город, да, шкатулка Сицилии. И в честь вот Изола Белла мастера назвали этот бренд. И я буду сегодня вам предлагать сережки. Если вы захотите потом кольца, вы говорите, у меня для вас тоже есть итальянский бренд, вот только пришли новинки, Тисенто, Милано, это тоже украшения итальянские, да. Выберем, подберем, давайте, наверное, с чего вы хотите начать, сережек, давайте сережек, тогда у меня... Знаете, у меня такие листики, это хрусталь. Но самое интересное, что знаете, где я покупала эти сережки? 11 лет назад. Угадайте, где? А где в Италии? На Сицилии. И знаете, где? У подножия к острову Изола Белла. Там огромная лестница, по которой нужно спуститься, чтобы попасть к острову. Да. Ступенек может быть 50, может быть так, плюс-минус. И там продавали мастера прямо на ступеньках. Вот я подошла, и вы знаете, я их купила, и мне так понравились. Я их сейчас сниму, покажу вам, потому что все серьги, которые я буду вам показывать сегодня, я буду мерить. Смотрите, какие. Это просто такие кристаллы. И я их взяла. И до сих пор, вы знаете, они мне так нравятся. Ничего такого в них. Если бы не вот эта вот простота, эта форма листика, такой неровный, да,
здесь, вернее, гладко, видите? А здесь, наверное, на темненьком покажу. Вот, видите? А здесь так вот ребристо. И цвет такой уходящий серо-коричневый. Да. А это из Swarovski есть кое-что. Да. Я вначале вам хочу познакомить вас с Изолой Белла. Кое-что вы знаете, но раз вы были на Сицилии, хотя не все знают. А вот, правильно, это серебро позолоченное. Да, то есть не просто серебро, это еще позолоченное серебро. Каждое украшение, каждое изделие представляет собой какой-то символ Сицилии. Будь то еда, памятник архитектуры, природа, какой-то, да даже сладость. И я вас сейчас познакомлю, да? Хорошо. Одну секунду, я сейчас мне пришел имейл. Я сейчас буквально отвечу. Кстати, вот с Сицилии пишут. Одну секундочку, сейчас. Так. Одну секунду. Да, конечно, я в совершенстве владею итальянским. Заканчивала когда-то институт иностранных языков, а вы говорите по-итальянски? Немножко хотели бы выучить. Он достаточно легкий язык. Было бы желание. Правда? На секунду сейчас отвечу и буду вам показывать. Так. Так. Прекрасно. Ну что, поехали. Кстати, смотрите, в этом году они поменяли. Видите, как поменяли коробочки? Это старые коробочки, это новые. В новых буквочка Б, хотя это не просто буква Б. Это буква, чем вам показать сейчас. Ничего не взяла такого. Хотела вам показать сейчас. Ладно. А видите, буквочка Б, она не совсем Б, это И и Б, Изола Белла. Здесь вот так вот ребрится, не просто нарисовано, да, выгравировано. Поменяли они немножечко дизайн. В каждой коробочке будет идти сертификат качества. И в каждый номер, дата покупки, да, да, дата покупочки. Везде будет вот такой сертификат качества на английском и итальянском. Oro argento. Di seguito alcuni suggerimenti per prendersene cura. Sono metalli maleabili. La naturale usura non costituisce difetto di produzione. Pertanto Люсика, так, я не могу сейчас прочитать, очень мелкий шрифт. В общем, что у нас здесь идет? Написано, как пулиция, как чистить, из чего состоит, как я вам уже сказала, серебро позолоченное, так? Дальше, что здесь у нас про 925-я проба, вот, серебра, так, здесь тут написано даже о составляющей части золота. Вот. Некоторые части и бронза даже есть. Fatti a mano in Italia da esperti artigiani sono pensati per durare nel tempo. I gioielli Isola Bella. То есть написано, что эти украшения от бренда Isola Bella сделаны вручную. А вот этими мастерами-экспертами, которые все руками, да, творят, художниками, скажем так, итальянскими. Для того написано, чтобы они долго служили. Как сказать, гипоаллергенные, никель-фри, то есть никеля здесь нету. Вот так вот. Кстати, я этого не знала, никогда не читала. Информацию именно знала, что серебро позолоченное. Так, ну что, поехали.
первой сережки, которую я вам хочу предложить, это вот такие чудесные слоны. Этот слон, я покажу на себе, представляет собой, это знаете, что это памятник в катании на Пьяцца Дуомо. Посмотрите, какие классные эти элефанты, да? У него есть своя история. Сейчас я вам уже не буду в подробностях рассказывать. Да, вы можете почитать на нашем сайте про эти сережки. Очень красиво сделано до мелочей. Что я могу сказать? Даже вот сейчас, смотрите, на мне надето такое платье такого цвета. Это не лаванда, это фиолетовый цвет. Такие пионы. Бордо, и как же хорошо эти серьги подходят сюда. Любым глазам и любому цветотипу, мне кажется, такие серьги пойдут. Как вам? Посмотрите, как красиво. Я даже не думала, что с этим платьем они будут выигрышно смотреться. А нет. Смотрите, я покажу вам поближе. Вот. Такие красивые и очень легкие. Это первая пара сережек. Как вам? На, такие элефанты. И они называются Льотру. Вот они. Льотру. Вот эти слоники так называются. Есть история и, честно говоря, даже несколько легенд об этих сергях. Так. Вы же располагаете временем. Я хочу вам показать все новинки сережек. Потом хотите пойти пообедать и прийти за колечком, ну давайте. Вторая пара. Заинтересовала вас этими серьгами? Ну давайте смотреть. Вторая пара вообще бесподобная. Это типичный сицилийский завтрак, десерт. Это гранит и брёшь. Брёшь — это вот эта вот, вот эта вот булочка. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот. Это вот эта булочка брёшь, а это гранита, да? Это такое лакомство. Щербет. Вы видите, здесь красная, красненькая, да? Клубничная, потому что наверху даже эти клубнички. Может быть, это будет и земляника. Никто не знает. Посмотрите тоже, как они сразу освежают. Насколько те листики, которые были на мне, ничего не давали. Насколько вот это, да, освежает. Да, вы знаете, вот вы хорошо помните, на сайте продается две брёши. Две граниты не продается, есть две брёши. То есть можно купить просто две брёши. Но мы, нам нравится оригинальность. Все наши клиенты очень такие люди, любящие изысканные оригинальные вещи. Хотя две брёши — это тоже оригинально, но уж la coppia — это значит парочка, которая используется на Сицилии как завтрак летом и вообще является, ну вот как знаете, не знаю, паста карбонара, это в Риме, там бистекка фьорентина, да, стейк во Флоренции, и на Сицилии, вот, брёшь и гранита. Брёшь — булочка и гранита. И булочка с таким помпончиком. Да, красивый, правда? Я не могу вам, знаете, сказать, какие мне нравятся больше, однозначно они все очень интересные. Дальше парочку, которую я вам покажу, может быть, более уже, скажем так, классические. Это барабаны сицилийские, тамбурелло сицилиано. Здесь уже, видите, идет вот это вот, как же это называется? Вот они, как смотрите, во-первых, сзади сделаны такие, как вот, вот барабанчики, видите? Да, буква Б. Давайте я вам покажу, как они смотрятся. Ну тоже, вы знаете, вот белый этот цвет, это эмаль, да, он, конечно же, он очень-очень освежает. Угу, смотрите. Вот, потому что, например, вот две брёши, они, ну, они не освежают, они просто красиво смотрятся, а все-таки как белый, правда, освежает, смотрите. Угу, каждый... Здесь, если вы посмотрите на сайте, как их делают, это, конечно же, очень-очень тонкая ручная работа. А вот это вот внутри эмаль прям как заварной крем. Видите, смотрите. Не знаю, видно вам же, да. Красивая. И
Коральчики. Я думаю, это коралл вот здесь. Вот такие мне тоже нравятся эти. Угу. Давайте еще покажу, что у нас есть. Вот. Выберите обязательно, да? Я считаю, такие сережки, если вы любите Сицилию, Италию, и вообще такая вещь, она, знаете, я у нас нигде ни у кого этих такого не видела. И на Сицилии. И когда я на Сицилии, меня все спрашивают, да, все интересуются, делают комплименты. А вот это канноло сичилиано, трубочка с заварным кремом или с рикоттой, сладким сыром или иногда еще с шоколадом. Любите? Я раньше, 3 года назад всего лишь я их попробовала. Да, до этого никогда их не пробовала. Я не люблю сладости, в основном никогда не ела и, знаете, подсела на них. Подсела, любила маленькие, потому что есть вот такие, ну, большие достаточно. А сейчас нет, уже я их не ем, ну, как-то совсем мне не тянет вообще. Вот, смотрите, тоже все-таки, да, согласитесь, когда есть вот это вот, а то настройка там, наверное, когда есть вот это вот белое внутри, да, эмаль, а очень освежает. Как вам нравится? Каналу бесподобен. Вкусный. Ну, конечно, вкусно. Это тоже десерт сицилийский. Каннолу сичилиано. Тоже вот такие. Мне они очень нравятся. Знаете, люди, когда у меня в этих серьгах, вот когда я, например, надеваю, у меня есть каннолу, есть у меня брёши гранита. А, вот так вот. Вот смотрят на сережки в упор, да. А внизу, внутри, смотрите, видите, марципанчик здесь и марципанчик зеленый здесь. То есть учтено все. А с этой стороны, например, моя дочка сказала, похоже на туфельку. Нет, это сказал мой муж впервые, когда увидел башмак, говорит. Дочка говорит, мама, а знаешь, почему папа сказал? Посмотрите, оно как туфелька, раз, если посмотрим, да? Вот. Тоже мне очень нравится, очень каннола вообще. Скидки. Вы знаете, этот бренд делает скидки очень редко и не на все товары. Если на сайте представлено, например, 20 моделей сережек, нет, не 20, что я говорю, 100 моделей сережек, то лишь на 3-4 в сезон будет скидка. Да, а вы знаете, себе вот такие я урвала случайно с 50% скидкой. Просто зашла случайно на сайт, и каннолу там были. Я даже не ожидала, да? Ну, я говорю, они делают раз в сезон на 4 модели максимум, может быть, даже на 3 сережек, хотя сережек всего моделей 100, не меньше. Вот такие каннолу, вкусные каннолу. Да, их все любят. И последнюю пару, которую вам покажу. Я надеюсь, вы выберете сразу. Определились уже? Хотите посмотреть последнюю? Это, конечно же, символ. Самый первый, самый важный символ Сицилии. Это тринакрия. Тринакрия. Вот такая женская голова с тремя ногами, которые отождествляют три части света. Тринакрия. Это вот у нас были в магазине первые серьги. Мы постоянно их покупаем, потому что это символ Сицилии. Вот самое интересное, что вот, например, в регионе Катания, Мессина, по-моему, даже Палермо, сейчас не вспомню, он есть везде, но вот в регионе Таурмина, Мессина и Катания везде. Рагуза, это юг Сицилии, я не видела, когда было нигде этого символа. Посмотрите, тоже как красиво. Насколько они все украшают. Поразительно. Поразительно. Как вам вообще? Нравится? Ну что, тринакрия. Тринакрия, да, это вообще. Какие вам понравились больше? Каннолу. Без всяких забирайте каннолу. Вам понравились, да? Ну, они мне тоже очень нравятся. Одну пару пока. А сейчас возьмете одну, потом, может, вернетесь и еще посмотрим. Ну что, тогда берете каннолу. Я вам положу в коробочку с каннолу, конечно же, гарантию.
выбираете качество, смотрите. Так, здесь дата приобретения и номер. Вот, смотрите. Так, вернее, вот у нас номер. А здесь это как печать продавца нашего магазина. Так, подождите, у меня же есть специальная коробочка к этой, вернее, пакетик брендированный. Я вам положу, просто так я вас не отпущу. Вот, смотрите, такой пакетик небольшой из Лабелла, Джоэлли, Made in Sicily. Так, пойдете, поверите? Давайте, держите. Держите ваш пакетик, смотрите, какой здесь, да? isolabellagioielli.com. Может, пока будете обедать, зайдите на сайт, может, вы еще что-то насмотрите. И мы тогда под заказ можем привезти. Конечно, можем привезти. Ну а что? А за колечками придете потом? Тисенто у нас есть. И да, вы хотели посмотреть еще, где делись. А, кое-что Сваровски. Да, бижутерия. Да, Сваровски – это бижутерия. Из Ламелла – это драгоценное украшение. Ручная работа. Носите с удовольствием. Что у вас еще? Извините. Это наши соседи по офису делают стройку. Глобальная перестройка. Приходите к нам еще. Было приятно с вами выбрать. Носите каннолу. Много их не кушайте. Ничего там полезного нет, но настроение поднимает. Приходите, жду вас. До свидания.